Brasil. Кросс. Лам. В порядке. Хедира. Против него Оскар обороняется. Передача в штрафную на Лама. Лам. 6-0. Раз, два, три. Шестой. Дойчланд. Мяч ворота команды Бразилии забил Андрес Фурье! Помню, лишь пять мира в Германии все время пели болельщики. Супа Дойчланд, оэ-оэ-оэ. Супа Дойчланд. Но они играют, конечно. Мог бить Лам, причем время было, присмотрелся. Эй, Толь, как российская Да, 1912. Виллиан на поле вышел. Не знаю, действительно серьезное повреждение или нет. Выпускает его сейчас на поле Луис Филиппо Скалари. Ну, Фреда наконец-то поменял. Стойки бразильского футбола. Он доверяет тем, кому доверяет. В Италии есть такой термин для игроков, которым очень доверяет тренер, купило. Вот Фрейд, он как раз типичный купило, так сказать. Голкост, это мы найдем, Германия есть на стадии. Паулиньо. Майкон. И все равно они бьются. Все равно они молодцы. Жалко, конечно, бразильских болельщиков, но это слишком. Слишком. Но немцы сегодня лучше. Может быть, на один-то гол наиграли бразильцы. Бернар.